Попкорн подорожает минимум на 20% к середине октября 2023 года. Не только свинина, не только куриное мясо, и попкорн. Причем на 20%, на одну пятую. Всему виной увеличение цены зерна из-за цен на дизельное топливо, ну а заодно и запчасти для сельхозтехники, которые закупаются по новому курсу доллара. Я вот не понимаю в самом деле. К Набиуллине очень много вопросов. Вот ее в Думу вызывает толку-то что? Что Набиуллина не знает, что мы покупаем запасные части для необходимых агрегатов, машин, электростанций, да много на что, за доллар. Но при такой разнице между рублем и долларом, естественно, все цены пойдут вверх. Они и пошли. Да, даже попкорн. А как, при чем доставки? Дизель вон сколько стоил. Что нам только не объясняли, что это картельный сговор, который мы проморгали, что все у нас хорошо с дизелем, мы нефтяная страна, как добывали, так и добываем. Что просто кто-то там какую-то стояночку свою перенес, а кто-то установочку закрыл. Бензиновые колонки вырубил. Непонятно почему, видимо, в отпуск ушел. Поэтому вот такая цена. Это нам министр говорил. Мы это подробно обсуждали у нас на платформе Караулова. Людям как жить? Свинина минимум 10% подорожания и выше. Курятина то же самое. Если попкорн дорожает, значит все подорожает к октябрю заметно. Да и сейчас цены будут здоров какие. Никого не наказали. Никто не отвечает. Если какой-нибудь блогер напишет не тот пост, он получит как убийца. Извиняюсь, а за свинину в мясной стране или за попкорн, который резко поднимается в цене, и это уже понятно. Нет, это не так страшно, очевидно, как какой-то пост, даже идиотский, в интернете. Чтобы собрать урожай, ясно, надо закупить топливо, надо закупить средства для защиты полей от вредителей. Надо закупить сельхозтехнику. Свои комбайны ломаются. Многое, короче, приходится покупать за грязноватого цвета зеленые бумажки. В розницу стандартный 23-килограммовый мешок зерна теперь обойдется фермерам в районе 3000. Оптом от 20 тонн в 2000. Раньше за такое же количество платили 2500-1650 рублей. Сейчас 2000-3000. Как ты без них произведешь качественный продукт? Кто вредителей будет отгонять? Вот рыночек порешал. Ей-богу, у меня нет слов и не хватает злости. У нас впереди выборы президента. Какие будут выборы при таких ценах в магазинах? Кто-нибудь об этом думает? Что толку из того, что Набиуллина придет в Государственную Думу, если встреча с ней будет закрыта? Я и на этой встрече только лидеры фракций. Не экономист, как Миша Делягин, там еще кто-то. Не, Володин, ну и вот начальство. Можно по телефону все обсудить, что приходить-то. Придет, уйдет. Про ключевую ставку опять все заговорили. Опять объясняют все друг другу азбучные вещи. Цены прут. Цены могут снести кого угодно. Я стал думать о том, что многие искусственно создают, многие граждане голод в стране.
В нефтяной стране не мог стоить дизель столько в уборочную компанию, однако же стоил. Никого не наказали, ну и дальше пойдем. Как? Невозможно понять. Но факт остается фактом. Запасайтесь, мои уважаемые зрители, попкорном. Свидания в кино теперь станут несколько дороже.